Друзья, по-моему, у нас все началось. Вот она лежит. Схватки пока не сильно часто. Хотел кормить. Челфинки на день рождения отмечать. Мясцом кормить хотел, захожу в вольер, а она как выскочила, как начала скулить. Сейчас покажу вам, какой загончик построил. Вот так вот, короче, она будет вот здесь вот жить. Первые недельки 2-3. А потом пойдет вольерчик со щенульками. Молодец, Лисуня, молодец. Молодец. Копает. Всю ископала тряпку. Все под себя подмяла, ей постелила, она все подмяла. Тут, короче, у нас клизмочка, ножницы, спиртик, хлоргексидинчик, водичка, все как положено, медикаменты в холодильничке. Короче, ждем первенца. Решила она мне все-таки на день рождения подарить 24-го. Ну, наверное, не все 24-го родятся, потому что время уже... 9 там с чем-то, что ли, 10. Какая-то часть, наверное, 24-го, какая-то уже 25-го будет. Алиса у меня молодец, молодец. Все, он хвостик отодвигает. Схватки, схватки. Хрюкает. Молодец, Лиса. Нет пока никого, Лиса, нет пока. Молодец. В общем, как первый появится, включусь. Так, ребятушки, у нас появился первый мальчик. Красавчик вот такой вот, красивая мордаса, черная. Сейчас померяем сколько. Здесь, подожди. На 500. Уменьшается. Короче, 500. Так, тихо, давай не шевелись. Ровненько поставим. Короче, 525 запишу. 525. Все, иди к мамке. Иди, иди. Вот там ищи. 525. Лисуня молодец. Первого родила быстренько, без проблем. Тьфу-тьфу-тьфу. Лис, дай ей, это, ему поискать титьку, а то ты вообще не даешь. Так, ладно, ждем следующего. Сейчас будем ошейничек одевать. Друзья, в общем, первый у нас зелепушочек появился на свет. 24 мая в 22:16. Первым вылез зелепушочек. Лисунька сумасшедшая мама, вообще не дает ему поесть. Нализывает и нализывает. У него уже истерика. Лис, отстань от него, дай ему покушать. Второго пока нет никого. Это капец, ребятушки. Время 6 утра, а только 4 щеночка. Чуть тяжело разрождается она в этот раз. 2 укола сделал. Здесь я сплю. Пристроились ровненько. Ну покажи, Лисуня, ну покажи. Вот, красавчики. Лису. 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 К
Когда ты будешь рожать уже 8 часов рожаешь? Замучила, я уже сплю на ногах прямо. Итак, ребятушки, у нас всего в этот раз получилось 5 щеночков или сунечки. Чего-то в этот раз очень мало, хотя пузико было нормальное. Я думал, что будет чуть побольше. В общем, 5 щенолик у нас вылезли. Я спал в эту ночь 2 часа, это вообще капец. Спал здесь на полу, простыл, короче. У меня сейчас горло болит, сопли. В общем, это вообще самое сложное было рождение из всех. Для меня, по крайней мере. В общем, у нас получилось 2 мальчика. Это коричневый. Вот коричневый у нас. Зелепушок. 24 мая родился на мой день рождения Зелепушок. Все остальные родились ночью 25 мая. И под утро, вот коричневый под утро родился. И 3 девочки у нас. Краснуша, оранжевенькая. И самое главное... А, подождите, вот это Зелепушок. Перевозлый. Вот это Зелепушок. Ошейники просто грязные. Уже стали. Вот Зелепушочек, этот пузатерок, родился на мой день рождения. Это жорненький. Жорненький, да. Да, жорненькая жопка. А это Желточек у нас девочка. В общем, Краснуша, Желточек, оранжевая девочка, коричневый и Зелепушок, 2 мальчика. Вот такие вот у нас дела. Лисуня молодец. Молодец. Молодец, молочка у нас много, титьки большие, кушает хорошо, витаминки кушает. Все хорошо. Очень долго рожала, вообще очень долго. Вот, вот такие вот красавчики. Вот этот коричневый сразу видно, что будет рыженький, как Лисунька. А оранжевая девочка будет потемнее, как Ронька. Но это потом мы уже будем разбирать, кто какого цвета будет. Вот. В общем, вот так вот у нас все прошло. Хорошо. Да, Лисуня? О, блин. Вообще, конечно, очень сложно это было. Я здесь спал, слышу, пищит, просыпаюсь. Новый щенок родился. Вообще капец. В общем, это легендарная пятерочка вышла. Вот. Лисунька умничка. Да, кстати, ребятушки, всех взвешивал. Мне просто там пишут в Телеграме. Я в Телеграме все выкладывал почти в прямом эфире. Пишут, что не взвешивал, ошейнички не одевал. Но я одного на камеру взвесил, а всех остальных взвешивал уже без камеры, потому что это была ночь, я вообще как зомби, короче, себя чувствовал. Все родились там по весу в среднем 520-530 грамм. Все прям ровненькие, стабильненькие, никто не больше, не меньше. Все прям там от 517 до 525, по-моему, или до 530 грамм они все родились. Такие все хорошенькие, прямо ровненькие, очень коричневые. Этот лежит, спит коричневый, этот саранчик. Да. Хорошенький, родинка у него, родинка вот здесь вот у него. Ушко маленькое, ушко. Ушки еще заклеены. Вот. Вот. Вот украшена уша. Украшена ушко, да. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Патю-патю, почесушки. Это вот надо у них вот в таком возрасте. Это инстинкт вот этот вот работает, что лапкой она как будто себя чешет. Это что за прелести такие? Ну что за прелести люди? Что за марляшечка? Что за марляшечка у нас? Да. Все, иди. Иди к своим. Зелепушок самый толстый, самый первый, самый жирненький, жрет без остановки. Пузо набивает. Уже пищу вон торчит, как взрослый. Че у них, кстати, пуповинки уже отвалились, представляете? Быстро как все. Это хорошо. Это значит витаминки. Витаминками она их кормит хорошо, что у них все быстро заживает. В общем, ребятушки, вот такие вот у нас дела.
Буду снимать обязательно как раз тут. Это, кстати, с одной стороны хорошо, что не сильно много щенков, значит, им будет молочка хватать, значит, они будут жирненькие, хорошенькие, здоровенькие, все сытые. Это даже очень хорошо. Вот. По поводу распределения, там это, ну, кто записывался, это будем попозже определять, когда там, ну, может, через неделю, может, через две, может, там, через три, как подрастут немножко, окрас. Ну, я-то уже знаю, какой, как, где окрас будет примерно. Ну, окрас все равно немножко вот появится, какой будет, поточнее. И уже будем тогда списываться и делать выбор в порядке очереди. Вот. Так они все вроде хорошо себя чувствуют. Тьфу-тьфу-тьфу. Эти желточек. Желточек. Желточек, да. Нафиг, нафиг. Желточек. Да, желточек. Чё ты ко мне ползёшь, желточек? Вот такая красоточка. Девочка. Девочка желточек. Кайфует, лежит, кайфует, что я ее чешу. Ой, носик, носик розовый, пока что розовый еще пока носик. Потом станет черный носик. Малявочки такие хорошенькие. Хорошенькие. Что там с пузиком, давай посмотрим. Пуповинка тоже отвалилась. Лапулечки маленькие. Маленькие. На когти уже острые. Ну все, спи. Спи. Это кто зевает? А кто это зевает? Это краснуша у нас зевает. Такие хорошенькие, спокойненькие, не кричат так особо. Только когда Лиска гулять выходит в туалет, они попискивают, что мамка ушла. И то, если не спят. А если спят, даже не замечают. Что такое? Потерялась ты? Ну и к мамке поближе. Вот здесь, вот тут. Вот. Это кто-то кушает жадненько, это кто так жадненько кушает здесь, кушать хочет, а? Мордась. Мордась, мордась. Все у нас нормально, все хорошо. Все, хорошенькие, все хорошенькие. Хорошенькие. Так, ну все, ребятушки, давайте на этом будем заканчивать. Видос. В общем, вот такие вот у нас пирожочки получились. Медвежаточки вылезли. Лисуня молодец у нас в очередной раз. Мамка на 5 с плюсом называется. Лисуня. Так, ну все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на нас в Телеграм, мы там будем, я там буду почаще щенков выкладывать. Извиняюсь. Там буду почаще щенков выкладывать. На YouTube пореже, потому что времени очень мало. Сейчас очень такой сезон у нас рабочий идет, очень много работы вообще, времени вообще нету. Короче, было вот это из-за того, что ночью она рожала, очень сложный для меня вообще период. И так сплю по 3-4 часа, там 4-5. А плюс еще в эту ночь вообще 2 часа поспала, вообще капец, короче. Вот. Так что давайте, ребятушки, всем спасибо за просмотр, всем пока.